Ну что, мой друг, рассказать тебе интересную сказку, башкирскую, тюркскую, старую, про Шурали. Была вот раньше такая сказка, что жили бабка с деткой в лесу. Ну, были они как бы лесорубами, то есть по молодости, и жили в лесу. Лес валили, продавали. И было такое народное существо, называлось Шурале. Ну, это типа черта. И вот, он ходил по лесам и ловил детей, взрослых, и щекотал их до смерти. Так вот, пришел как-то Шурале к этим бабке и деду. Они его сразу узнали, потому что у него, как говорится, копыта, как у козла, и хвостик. Ну вот, и говорит, пустите, покушать, я вам расскажу истории, заплачу. Но они-то его узнали и пустили, и смотрят, следят, чтобы он ничего не натворил. Вот, сидят и смотрят. Он рассказывает им истории о людях, которые ходили в лесу, терялись по неизвестным причинам. Они его покормили. А он давай такой, говорит, давайте я у вас переночую. Ну, они хитрость поняли, догадались, но все равно на ночевку решили оставить. Ну, как бы мы обхитрим, то есть мы хитрее. Мы же все-таки уже как бы в лесу живем давно. И решили, уложили его на печку. Сами легли на полу. И не спят, смотрят, следят, он тоже хитрый, ворочится, притворяется, что спит. Вот так они сидели, жена хоп и уснула, дед не спит, Шурале притворяется, но чувствует, что дед не спит. И короче, время уже ближе к утру, дед тоже не выдерживает и засыпает. Дальше происходит такая вещь. Открывает дед глаза. Открывает глаза и ржет. А его Шурале щекотит своими большими пальцами. Вот и сказки конец. А кто слушал, молодец.